Отлично! Так, тебя как зовут? Как? Илья. Я? Александр. Или я, или ты, или Илья. А, Илья, давай пятерку тогда. Отлично. О, я познакомилась со всеми. Представляешь, пока ты... И что, ну и как его зовут? А тебе скажи, сейчас ты знаешь, отворачивайся. Чего? Сейчас тебе предстоит угадать. Как ну, давай, давай попробуем отгадать. Ну, оборачивайся. Иди сюда, оборачивайся. Давай, давай. Как зовут нашего президента? Нашего президента зовут... Морковка? Ой, точно морковка. Так, его зовут... Мандаринка? Нет. Нет. Его зовут Ананасик? Нет. Нет. Его зовут Котик, ты смотри, какой он. Нет, его зовут Макар. Макар? Да. Нет. Нет, ладно, хорошо, давай. А, я понял. Его зовут... Максим. Нет, давай, знаешь как, он подсказал, на самом деле, я услышал. Давай по-честному отгадывать имена. Вот давай начнем. Давай его имя отгадай. Или мы его уже узнавали? Узнавали. А, мы уже узнавали. Давай. Ну, а я знаю. Я а, ты будешь отгадывать? Ну, давай. Так, давай, значит, что? Так. Давай, все, отгадывай. Вот эту тетю зовут, наверное, сосиска. Сосиска? Да нет. Ананасик. Нет. Ее зовут Шашлычок. Нет, ее зовут Александра. Александра, ничего себе, молодец, здорово отгадала. Ничего себе, правда, волшебница, хорошо. А ты знаешь его имя? А, ты, мы же знакомились только что. Так, давай, ее имя, хочешь отгадать? Отгадаешь? Сможешь? Ну давай, если я смогу, то будем считать, что команда справилась с моим первым заданием. Давай попробуем, хорошо. Я собираюсь. Давай, все, давай. Мы сейчас отгадывать будешь. Ее зовут тетя Морковка. Нет, она больше на маленькую похожа. Ее зовут Апельсинка. Нет. Машенька? Да, правильно. Откуда ты догадалась? Ну что, ладно, справились с первым заданием, да? Тогда я хочу, чтобы все сложили свою правую ручку на мою ледяную. Ну-ка, давай. Да, я не буду дотрагиваться. Давай, давай. Сейчас замахну. Неужели вы не бесстрашны?